вся команда хорошо играла, и просто я забил, так получилось. Ну, мы выиграли, это главное, главное, набрали 3 очка, так что двигаемся дальше при хорошей игре, я считаю. Ну, там момент не предполагал голевой, как отважился на удар? Ну, получился скок, я принял мяч, и мы и до этого говорили, что надо бить со средней дистанции, это момент опасный. Ну, там радиус штрафной, надо было ударить, получилось хорошо, попал, и мяч взлетел в сетку. Незабитый пенальти повлиял на игру, нет? Да, ну, не сказал бы, мы продолжили, ну, дальше давление, вот, ждали своего момента, искали моменты, вот, ну, получилось забить, в конце тоже могли забить, там, еще пару раз, так что, что, ну, не забили, бывает, опять же, все бывает, так что не стоит на чем-то акцентировать внимание, надо двигаться дальше, создавать момент, что мы и сделали, и в итоге победили.